Директор ФСБ Александр Бортников подписал приказы об установлении на границе Смоленской, Брянской и Псковской областей России с Белоруссией пограничной зоны. Данные приказы опубликованы на портале правовой информации, передает Интерфакс. Пограничные зоны. Ранее на российско-белорусской границе их не было. Устанавливаются для создания необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации. В чем же реальное, а не высказанное в сухих отчетах? Подоплека происходящего? Реальность в том, что Минск стал постепенно дистанцироваться от прежних многолетних приобретений союзного государства России-Белоруссии и провоцировать Россию на действия, которыми затем можно будет объяснить белорусам, почему союзного государства не становится, сказал Константин Затулин. Не нужно было ходить гадалки для того, чтобы понять, если в период антироссийских санкций белорусское государство объявляет безвизовый въезд сразу для 80-ков стран, то Москва должна будет реагировать. Россия уже несколько лет живет в обстановке, исходящей извне напряженности. Лукашенко не может об этом не знать. Если он в данный момент захотел продемонстрировать, какой он друг Европе и всему миру, то нужно было хотя бы на минуточку вспомнить, что он обещал быть другом России. Белорусские власти этого не сделали, а теперь, по русскому выражению, валяют Ваньку. Есть у нас потенциальные недоброжелатели в странах, которые Минск пустил к себе без визы. И непонятно, с какими намерениями они потом перейдут открытую границу с Россией. Белоруссия не перестает по поводу и без повода говорить о братской Украине, которую Минск хорошо понимает и сочувствует, и ничего не говорит о русских на востоке Украины, которые сегодня под обстрелом. Лукашенко на своих картах числит Крым в составе Украины. И это официальная позиция Минска. Он хочет понравиться всем, кроме нас, но в такой ситуации вопрос о доверии становится иллюзорным, и это делает границы реальными. Я громче всех критиковал российскую власть, когда она с недостаточным вниманием относилась к инициативам Лукашенко об объединении. Сейчас, с сожалением, должен признать, что таких инициатив больше нет. Лукашенко политически переродился и пытается сыграть в ту же игру, в которую в свое время пытался сыграть на Украине президент Кучма. Украину это привело к оранжевой революции. Это неплохо было бы понять и Лукашенко. Если он продолжит курс на слом отношения России-Белоруссия, то героем для Европы он не станет, а окажется мавром, который сделал свое дело и должен уйти. Понравилось видео? Ставьте ваши лайки, пишите комментарии и делитесь видео с вашими друзьями. Чтобы быть в курсе всех последних новостей, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!